Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Черный Металл Гри, 7 Days Today. Так, у нас 14 день, сегодня у нас Арденочка придет. А я тут решил пока полазить по домикам. 6 домов я уже облазил. Пошарился, так сказать. Black Duster. Сделал также я себе с крокодиловой кожи плащик. Так, нашел мачетка себе первая. Где она тут? Вот такое слабенькое. Так, FPS включить. Идите сюда. Блин, может мне их всех убить нафиг, а? А давайте я их всех поубиваю, чтобы они мне тут не портили нервы, так сказать. Да, топорик я вот немножко этот, который останавливает зомбаков, прокачал. Размечтался. Так. Это я уже третью группу в этом городе убиваю, если не ошибаюсь. Они только респятся и респятся и респятся. Такой нон-стоп респ, так сказать. Надо, блин, калиперс найти. Да потом уже, надеюсь, со следующих серий я уже буду с остальными стрелами. Ой. Да, очков, конечно, у меня дофига прибавляется. Ну, давай, давай. Данс. Зараз какая. Ай. Мимо. А, отлично, попал. А, значит, можно не обязательно их так. Ну, это слабенькие бабенцы. Да, кстати, тут задание ножичком повыполнял. Вот Kill Chicken, правда, я сейчас это задание, скорее всего, уберу. Ставлю задание убить ножом. Ну да. Ножик сначала надо прокачать. Сейчас я их поурабатываю быстренько всех этих. А, да, кстати, насчет респауна вещей. Очень интересно сейчас все происходит. В общем-то, респаун идет вне зависимости от того, находитесь в этом месте вы или нет, но он не происходит там, где вы все шмотки не выложили. Очень довольно интересно стало. Не знаю, это с модом связано, либо с этим, с недавним обновлением, ну, относительно 15.2. Скорее всего, с ним. Могу предположить, потому что довольно-таки интересно все получается. И почитал на форуме после версии 15.2, что они там сделали, они вроде как добавили вещей торговцу. То есть теперь торговец не бесполезная тряпка, по сути, к нему можно ездить. Вот чем мы будем, собственно, заниматься. То есть, если раньше он был бесполезным шлаком просто, так, придатком сказать так, то теперь он вроде как стал более-менее полезным членом общества, относительно, в кавычках. С рыбаками можно разговаривать. Вроде как их в свою колонию даже призывать. Что-то, насколько я понял, они хотели сделать, чтобы у них рыбу можно было покупать. Там за определенные монетки. Но я что-то попробовал с одним поговорить. Он что-то на меня кинулся, я его убил. Что-то мне с рыбаками как-то не везет. Может, я такой как бы садист. Если честно, фиг его знает. Так, умри. Так, давайте-ка я их ножом зачикаю. Уже достало меня тут бегать, как кенгуру.
Ой, как размахались-то. То мне задание ножом поубивать, больше народу надо. Да, зомбики, кстати говоря, теперь, когда падают, могут вас даже в полете назад ударить. Оу. Мри. Так, давайте посмотрим, что они мне тут принесли по-быстренькому. В основном у меня сейчас задача... Это я разбираю лампочки. И всякую такую ерунду, потому что мне нужна электроника, мне... Такой хлам нужен, как говорится. Этим топориком я сейчас все убираю. Довольно-таки интересная штука получается. Им и рубить деревья хорошо, кстати, можно. Потом попробую, конечно, его прокачать нормально. Но мне, чтобы его нормально прокачать, мне нужно как минимум... А, кстати, на базе выживших еще обещают новых этих ребят. Потом сегодня сгоняем, посмотрим. Где-то до 6 вечера игрового времени примерно тут в городе хочу потусить. Попробовать хоть что-нибудь полезное найти, хотя бы потрошить. Насчет босса не знаю. Люди пишут, что его убить можно, с него выпадает редкий лут. Но, как вы видели, я истратил на него такую тучу стрел и всего остального. Вероятно всего, просто на легком уровне вы сможете его убить. На тяжелом это практически нереально. Я попробовал в режиме креатива. Да, я его смог убить, но это в режиме креатива было, и я там с гранатометом 600 по нему лупил довольно-таки долго. Так что так у него его получилось убить. Так, ну давайте посмотрим, что у нас в доме тут. Так, это я тоже разбираю. Тут нужны, блин, эти электронные компоненты, просто жесть. Также я постельки разбираю здесь. Айрон. Как все плохо-то. Так, ну это я скрапну. Это у нас что? Клосс-фрагмент. Клосс-фрагмент. Нафиг надо. Пружинки собираю. Трубки. Ну, правда, трубки мне нафиг не нужны. Ну да ладно. Пусть будут. Как выяснилось, переплавлять в слитки там их опять по новой делать не очень-то и прикольно. Гаечный ключ. Как всегда, нет. О, витаминки. Это полезная штучка. Какого? А, кокос. Нет, кокос у меня и так я смогу сделать. Это у меня имеется. Так, библиотека. Дай мне что-нибудь полезное, блин. Знаю. Ай, полезное я имел в виду что-то поинтереснее. Так, сейчас быстренько тогда разберем его. Ничего не вываливается. Механик пацы. Вот это вот плохо, что вываливается. Так, ладно, мясо я это выброшу. Нафиг. Так, надо сейчас посмотреть тогда мне быстро по мопеду, что мне мопед складывать и что мне с собой оставлять. Ёпперный ты театр. Понятно все. К трупику надо будет вернуться. Такс, такс, такс. Где тут выход? Где? Так, вроде никто меня не преследует. Так, надо посмотреть. Ага, вот так вот все, понятно. Так, это я выкладываю. Это сразу мне не нужно, не нужно. Витаминки тоже. Жир пусть будет. Мачете. Ради приличия чисто оставляю. Толку мне от него сейчас от слова абсолютный ноль. Какой абсолютный? Полный ноль. Оно мне не нужно. Ну, бабло. Ладно, пусть валяется. Толк от этого тоже пока нету. Так. Где тут у меня был ход на второй этажик? Патрошки я хочу побольше патронов сделать. И попробовать все-таки этого дятла хоть убить. Не знаю, насколько это реально на моем уровне сложности. Реально ли вообще? Но да, изменения в этой игре сделали как бы с версии 15.2 конкретно. Мне понравилось, если честно. Очень необычно. Кстати, у меня вообще есть чертежный пистолет? Нет. Так, ну да, по заданиям давайте тогда. Ну вот сколько я тут зомби по... А,
Умер я там еще раз от медведя, нашего дорогого друга, чтоб ему пусто было. Вот Blade Weapons. Kill any zombie. Йо. Так. Assign Blade Weapon. Skill point плюс 10, плюс 15, арчери. Ага. Spider Infication. Kill the spider. Убейте гигантских спайдеров. Да, я слышу, там кто-то ходит. Kill any zombie 3.50. А, убейте с ружья любых зомби 3.50. Как интересно. Так, давайте-ка... Снова on map. Вот это вот активным сделаю. Попробую тут завалить всех с ножичка. Как можно больше народу. Я раньше их больше убивал, конечно же. Такой маленький домик, понятно все. Так. Вот у нас еще один тут домик есть. Тележка. Тележку надо разобрать. Мех запчасти здесь, блин, я помню, нужно было тут... А, точно, я же хотел ключ прокачать. Единственный способ прокачать ключ, это эти мех запчасти. За гадость ползает. А, я тут в зеленом биоме наткнулся. Угадайте на кого? Не угадайте, на скорпиона. Я аж сам припух немножко. А я реально отпусу на скорпиона. То есть здесь есть в любом биоме небольшие места. Есть небольшие места, такие отголосочки там пустынного биома, там других биомов. И в этих биомах довольно-таки, я вам скажу, неплохо водятся скорпиончики. Улыбочку. Говорю, улыбочку. Кусок. Так. А вот тебе за то, что меня ударило. Вот так вот. И на добивку. Че принесла-то хоть? Готов. Ладно, я сейчас ножик покачаю. Грибы. Блин, могут пригодиться. Я, кстати, грибов так и не находил. Ну, хотя у меня тут шахта есть. Я могу там посмотреть это все. Такс. Какой у меня сейчас двух раз, да? Ну, более-менее. В общем, ножик вы прокачиваете, когда убиваете зомбаков, также, когда разделываете туши. Ну да, хотя прокачивать ножик мне таким... способом не резонно, долго довольно-таки. Жир, да, нужен. Бикер у меня есть, кстати, может попробовать потом залупенить себе стрелы поджигающие. Хотя если я сейчас наберу хоть стольник патронов, что это было вообще? Что-то рядом со мной тут болталось. Что у нас здесь? Ёшкин ты матрёшкин. Давненько я в этих домах не был. По две библиотеки? О, бесценные какие фрагменты-то. Лампочки советую разбирать. Здесь с каждой вот этой вот фигни лампа падает. Посмотрел я, короче. Здесь есть довольно-таки интересные вещи. Помимо гидрогенераторов, здесь еще, насколько я понял, аэрогенератор есть. Воздушные, ну, ветряки, короче. Это меня заинтриговало довольно-таки. Надо будет попробовать. Так что я в этой игре застряну надолго. Ну, а вообще-то этот мод очень неплохой. Всегда был и остается, как правило. Так, ну... Нет, друг, извини, я тебя скрапну. Толку мне от тебя не так уж и много на самом деле. Так, здесь у нас что? Здесь у нас мусор, там у нас ничего интересного. Так, поперлись на второй этаж. Здесь что?
Пофиг, пустая бутылка. Ну ладно, возьму уж. Эти дома я пока на запись положу. Потом уже, когда будет респаун, я в этих домах на запись лазить не буду. Так буду бегать, просто оббегивать их. Что вдруг сейчас что-то ценное найду. Не понял. А, понял. Так. А ну-ка, поползли. Эй, хорош. Пендриваться. Сейф есть? Нет, сейфа нет. Фигово. Моя сейчас основная надежда — это сейфы. Дубинками я не пользуюсь, потому что в ближнем бою, если меня зацепят, мне капец. Мне ножом попроще, потому что... Хотя можно и по теории-то и дубинкой попользоваться. Надо об этом еще подумать хорошенько. Через одну дверь вошли, через третью вышли. Отлично. Это на разборку. Не знаю, нужны мне квадфрагменты, так, но я ее все равно пособираю. Из-за вредности чисто. Так, больше тут есть что еще разобрать? Ага, во. Отлично, отлично. Как раз мне их запчасти пособираю. Всякую такую шелудрень, так сказать. Хотя можно было бы еще назад сбегать сюда. О, как здесь интересно. Это для меня даже открыто. Да. Фенритизер есть. Топливо. Понял. Вот. Если вы бежите по зеленому биому и видите вот такую вот, как там, дорожку, короче, с таким оттенком, запомните, там может сидеть скорпион. На камеру это показывать не стал, потому что я потом, долго матерясь, 2 километра с лишним бежал обратно, особенно под ночь, это довольно-таки весело. Назвать бегом это вообще, правда, никак нельзя. Но я поприкалывался сильно и удивился. Так, бабло выложить, вообще забрать. Пистолет закину, топливо заправлю. Так, фрагменты ткани обратно положить. Чем мне тут? Кровь, к примеру, и. Клей и скотч я оставлю. Это я всегда собираю. Банки, стрелы. А, вот, глушитель. Выложу. Так, зерна кофе мне нафиг не нужны. Вот так вот как-то оставлю. Поехали дальше. Вот мой любимый домик с сейфом. Твою налево, из меня здесь даже есть. Странно. Я не помню, чтобы здесь прям на асфальте змеи болтались. Чего? Я же здесь все зачистил. Где? Так, ну меня сенсорит, только где понять? Ну ладно. Я слышу шашки. Так, ладно, я с этим топором покажу. Вероятно, он внутри где-то. Да? О, господи! А, он наверху шатался, я понял. Блин, напугал-то как. Капец. Вот этого не было страшно. Ну, хотя бы я проснулся. Так, ладно, сейф вскрыть. Сейф, сейф, сейф. Мне нужны сейфы. Мне нужны патроны в большом количестве. Ой, там домик я немножко для орды подготовил. Немножко железом, бетоном почти все обшил и сталью там частично. Но очень мало пока что. Все очень еще, так сказать, плохонько.
плохонько. Так, мне запчасти мне нужны. Издеваетесь? Нет, не издеваюсь. Так, здесь электрические компоненты я вижу, да? А что еще? Дерево. Класс. Закрыто. Так, что еще здесь может быть у нас вкусно полезного? В этих полках-то вряд ли что-нибудь полезное вообще, по сути. Еда мне не нужна, я и так ее смогу нацыганить себе. Кожа пригодится, кстати. Потому что вот именно вот такая обделанная кожа — это одно, но мне нужна еще, кстати, кожа животных, будет там для постройки одной вещи. Да, убейте курицу. Ну, мясо я... Ничего себе с нее мясо. Блин, вот обещали починить насчет мяса. Угу, сейчас починили. 50 раз. Чинильщики, блин, достали уже с этими курицами, которых мясо больше, чем в оленя. А, ну правильно. Ладно, пусть там ходит, шумит пока. Так, что у нас здесь? Еще две библиотеки. Iron Boots, Reed. Да, здесь, кстати, есть Steel Boots. Но их приготовить — это, блин, какой-то кошмар. Это я знаю. Так, какашки мне не нужны. Это я могу сгонять потом, зачистить эту гостиницу. Там этих унитазов на каждом этаже, хоть не знаю. Ой, воды нету. А, ладно. Фиг с ним. Нет, так нет. Это на разборочку. Так, я сталь с собой взял. Нет, сталь я с собой не взял. Забыл. Ну ладно. Как раз гаечный ключ, по идее, к этому времени кончится. Понятно, это не то. Ух ты, тут телеков-то, кстати говоря, прикольно. Вот эти вот, которые зелененькие, вот мне нужны. Как они называются? Электроник-компоненты. Они просто в бешеном количестве здесь нужны. В таком, что дальше ехать некуда. Так, где здесь ход на второй этаж? Милота какая. Чё ты хмыкаешь? Тут где, блин, на второй этаж ход-то едрить налево? Чё, прикалываетесь? Оно не должно быть одноэтажным. А, во! Да, совсем забыл. Здравствуйте. Угу. Жадный какой. Ну ладно. Угу. Этот топор получается вот так вот. Ясненько. Немножко отстает от того. Отлично. Сейф как раз таки мне и нужен здесь. Сейф, лампочку я тут разберу сейчас. Почти с каждой лампы, вот этой вот настенной лампы, падает обычная лампочка. Ну, по крайней мере, падала. Их мало выпало, но их надо много. Это, кто не помнит, вот эти вот картинки взяты с Валмода. Ну, как сказать, с Валмода. Advanced Ejection. Ганс Мунинг, Атакин. Так. Это для ружья нужно, да? Блин. И чегось. Ладно, предположим. Мне, правда, от этого, блин, вообще не холодно, не жарко. Да, я могу, кстати, было в желез перекрафтить. Стормозил. Так, ладно, поехали далее.
Вот тебе вообще ничего нету. Гадость ты такая. Разобрать тебя можно? Ну, его разбирать долго. И бессмысленно. Так, здесь у нас чего интересного? Ничего. Здрасте. Так, бабло есть? Бабла толку здесь нет, я понял. Так, змея, кожа. А что у меня вообще в мопеде сейчас лежит? Бумагу я выкину. У меня на нее нет даже патронов. Смысла от нее я не вижу. Кто-то сзади там идет. Ух ты. Сейчас бы мне в домике там заперли. Да-да-да. Вообще-то здесь всегда был вариант тихого убийства. То есть вы одного зомби тихо убиваете, остальные на вас не обращают никакого внимания. Но сейчас, к сожалению, такого нету. Так, короче, понятно все. Да я понял, понял, то, что вы очень меня жаждете во все стороны и щели. Угу. На, вот тебе в лобешник. Ай. Не получилось. Возле каждого дома, походу, свой респаун есть. Определенный. Иди сюда. Горемыка моя. Так, ладно, здесь уже ножом можно обойтись. Куда пошел-то? Обиделся, что ли? Да, еще один идет. Иди сюда, иди сюда. Ладно, я понял. Так, ребят, давайте-ка ко мне вот сюда, вот. Я тут сейчас стаминку подвосстановлю. Так, а мне попить есть что-нибудь с собой? Нету. Это плохо. Ну да ладно. Если вы не обратили внимания, я специально их повреждал, чтобы их можно было спокойно убить. Ну, опять стамина кончилась. Да ешкин ты матрешкин. Так, надо подхиляться сразу. Да, я с собой вообще ничего не взял. Достали, блин. Умри. Хм, забавно. Даже скажу, очень забавно. Слушайте, что эти грибы начали носить? Да, молодец. А теперь улыбочка. Пистолет, еще один патрон. Блин, мне бы чертеж хотя бы на пистолет найти. Что-то я вообще не понимаю, куда они здесь деваются. Но тут, как правило, что-то как-то с оружием туговато. Это капец какой-то. О, баблишка.
Видно, сразу медсестра была по ходу дела. Кстати говоря, кроме как с медсестер, бабло ни у кого не падает. Задаюсь одним интересным вопросом. Почему? Какие-то странные здесь медсестры. Опаньки. Картофанчик. А вот картофочка мне нужна. Я, кстати, ее еще нигде не видел. Хотя тут продуктового магазина тоже нигде не видел. Начнем с этого хотя бы. Так. Что есть? Ладно, на скраб пустим. Мясо я сейчас так не собираю. В основном я жир собираю. Место насобирать, я смотрю, у меня вообще проблем никаких не будет. Но водички надо попить. 67. Ну, значит, ты сильно от воды не умрешь сейчас. 16.29. Так, чтоб тебе, блин, еще закинуть, поместить, так сказать. Очки выкину. Нафиг, пистолет закину. Ну, пойдем до дома, пошаримся тут хоть до конца, наконец-таки. Все есть? Певцо. Не, не нужно. Певчанский мне не нужен. Извините. Так. О, сейфик, сейфик. То что доктор прописал. Может, я еще интересное что-нибудь здесь надыбаю. Не факт, конечно. Патроны. Pistol Barrel. Зашибись. Обалденно нужная вещь. От слова совсем бесполезная. Так, у нас здесь ничего интересно полезного. Ну-ка. Ага. Победитази. Кто бы удивлялся-то, а? Это у нас... Знаю. Фигово, что знаю. На скраб забираем. Так, здесь был... А... Здесь только сумочка. Фигово. Спайкер Клаб. Это дубинка с этой колючей проволокой, насколько я помню. А, толку от нее маловато пока что. Так, а я, получается, оттуда приехал или нет? Мне бы еще один такой домик найти, было бы шикарно. Ладно, поперлись назад. Телеков нету, ничего нету. Ну, то красивый такой вид. Просто обалдеть, кстати говоря. Всегда мечтал себе такое окно сделать. А что, свежий воздух. Вообще, как-нибудь его закрывать можно было бы. Вообще бы шикарно было. Понятно, это все не то. Так, где мой, блин, мопед? И. Ага, вот как раз мы сейчас и приедем к этому второму домику. Порядок. В общем, сейчас этот второй домик залутаем. Вот, я их хотел. Где тут? Кто тут, блин? А где тут вообще дверь-то? А. Ну, один орёт. Дальше-то что? Так, вон еще, смотрю, идут. А, это ты тут? Страдаешь жутким запором. Так, мне попасть бы хорошо. Вот типа такого. Не, мужик, не покатит. Мадам, к вам это тоже относится. Опа. О, блин. Понабежали-то, понабежали. Я вам что, тут помидорами торгую, что ли? Ух ты, ядрить налево. Слушайте, у вас вообще когда-нибудь уменьшается количество, ребят?
Вот эти инвалиды, я согласен, я их вообще ненавижу. В первую очередь убивать. Особенно в траве, это просто какой-то капец. Понятно, они с цирка акробатов, можно было не догадываться. Угу. Так, иди сюда, ползучий. Блин, еще один ползет. Ты что там выпендриваешься, руками размахался. Дэнс. Веселуха перед ордой, так сказать. Здравствуйте. Так. Да ё-моё. Да, я такими путями с ними долго воевать буду. Пум-пум-пум. Самое фиговое, что сегодня еще орда. Это самое, пожалуй, неприятное. Так, еще один толстенький идет. Ну да, да, да. Я очень рад, что все так быстро уровень качают. Толку бы нет этого поболее. Типа адванс это какого-нибудь кроссбоуна. Что-нибудь еще интереснее. Эй, это больно. Ага, попал. Ровно в бошку. Да ёшкин ты матрёшкин. Блин, достали уже. А 45. Даже я смогу вас с одного выстрела-то убивать. Так, ребята, ребята. Да ёшкин. Давай, 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 иди сюда. Пузаденький, блин. Магазинчик закрыт. Поесть я вам не дам, вам диету надо соблюдать. С керпесом тут ходит. О, уже получше. Не, ну почти 600. Это интересно, 600 арбалет я так ступлю себе. Хотя весь город защищать может и нет. Улыбочку. О, как хорошо ему врезал. Так, теперь у меня ты остался, да? Красавец, мужчина. Спасибо. Так, мне что-нибудь полезное принесли, дятлики? Да, этим топором только кого-то балины убивать. Да. Ужасный топор. Единственное, что этим топором удобно, это в тесном помещении, если на вас напали, вы останавливаете зомбака и убегаете там, пятитесь назад. Единственный плюс. Все, больше плюсов нету. О. Так, ладно, предположим. Я тебя вижу.
ножом я его раза в 4 быстрее бы уложил. Хотя, вероятно, здесь еще и критический удар какой-то есть. Что не так все плохо, как казалось бы. Так, ладно. У меня основная задача вообще была немножко другого характера. Давайте-ка пробежимся в домяру. Ладно, хрюкай дальше. А мне нужен сейфик, сейфик, сейфик. Здесь в этом доме несколько сейфов. Бесполезный хлам. Здесь у нас что? Так, ладно. Мужик там успокоился, молодец. О, кожа, кожа. Ну ладно, до 17.00 успею, дальше надо будет ехать домой уже. Это не вариант как. Так, сейф мне нужен. Этот дом только ради сейфа в основном всегда ходил. Довольно-таки забавно, конечно, но да ладно. Сейф, кстати, похоже, напоминает больше оружейный, нежели какой-либо другой. Ну, блин. То, что я хотел, я не получил. Чё-то ни с одного сейфа. Ой, книжная полочка. Бесполезно. Ну, прекрасно. Как там все до сих пор купается? Купается так, что аж всю воду расплескал, ё-моё. Забавно. Здесь у нас что? О, кроватка. Так, я слышу еще несколько. Ёшкин ты кот. Дама, вы чего? Убивать их, что ли? Хотя у меня тут день перед ордой. Думаю. Это не очень удачная идея сама по себе. Дева! Говорить, что ли, разучились? Куда они вообще? Да вот ты сейчас прикололся, да? Ну. Ладно, давайте так еще врежу. Ну-ка, отсюда я смогу лампочку получить. Очень хочу лампочку. Да, видно, лампочки закончились. Что-то я вчера какой светильник не снимал, везде по лампочке я получал. Сейчас что-то как-то грусть, тоска, печаль. Тоже кожа? О, обожаю кожу. Будет чем ночью заняться. Ну, это имеется в виду, в смысле, я броню буду тебе крафтить, хотя бы скилл повышать. Потому что здесь есть так называемая армейская броня, на нее требуется довольно-таки большое количество разных ресов. И к тому же, самое фиговое, что... Да ух ты! Это типа секретик был, да? Блин, я помню, здесь где-то еще сейфы были. Ты ж, мужик, где сейф-то? Не подскажешь? Ладно, мойся. Мыться полезно. Так, у нас здесь что вообще? Ладно, удачно покупаться. Я пошел пока своими делами заниматься. Блин, я ж помню, здесь еще сейф был. Что за нафиг? Или, блин, это с комбо-паком был сейф? Честно говоря, упор не помню.
Вероятно, я что-то попутал. Ну, то давай, давай, хоть мне их запчасть одну. Спасибо. Так, это тоже полутаем. Так, все, 7 часов, пора уже домой сматываться. Надо посмотреть, сколько там стали накрафтилось. Лампочек что-то я опять не получил ни одной. В общем-то, я эти лампы разбирал, но что-то сейчас как-то не фартит мне. Так, где у меня тут мой хаос? Вот он. Ладно, поехал я домой. Не успел весь город полутать. Да я, правда, тут только, считайте, вот это маленькие ордочки, которые были на охране домов, это ерунда. Я тут столько народу зачистил, это капец какой-то. Я еще часть увел на мопеде, просто неохота было отстреливать. Что-то как-то они респаунят, странно. То есть здесь респаун вещей не прошел, а респаун зомби, да. Это вот как-то меня немного обижает, что ли, так сказать, или расстраивает. С одной стороны интересно, конечно, с другой стороны не очень. Но вот мне не понравилось то, что теперь все вещи оставляю и потом забираю. Не происходит респаун. Это как-то, по-моему, фигово. Довольно сильно. Ладно, я пока поехал домой, сейчас приеду, хоть покажу, что я там пока на временку сделал. Ну что ж, я тут немножечко, как видите, практически закончил. Осталось тут буквально штрихи. По идее, вот сейчас немного успеть смог. Должен. Да блин, у вас что тут? Чего вы сейчас за мной вот претесь, а, ребят? Сейчас я тут немножко улучшу основные такие, так сказать, критерии. Сколько там осталось? Десятка стали? Блин. Придется так сделать. Пока выбора нету. Как вы помните, этот босяра мне, зараза, хорошо потрепал здесь все, что можно. А, тут еще цемент не высох. А, я с локации вчера вышел, точно. Так, забираю это все. Эй, забирайся. Блин, проблема будет? Да, будет. Надо, блин, вход нормальный наконец-то сделать. Ну, вот такая вот у меня пока шарашкина контора, так сказать. Ну что ж. Более-менее все сделал, подготовился. Сейчас будем тут ждать тупо зомбей. И их раскочегаривать. Сейчас чемоданчик себе там поставлю где-нибудь. Ну что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, вопросы оставляйте под видео на ютубе. С вами был Черный Металл, который сейчас в ожидании Орды. Всем удачи, всем пока.